В областном выставочном центре представили новую экспозицию. Она приурочена 200-летию Федора Михайловича Достоевского. На ней представлены иллюстрации художника-графика Станислава Косенкова к романам писателя. Среди них «Преступление и наказание», «Игрок», «Двойник» и другие. Помимо этого, посетители смогут увидеть портреты писателя, принадлежащие кисти художника. Главная цель выставки – донести мысли о том, что весь 20 век прошел под знаком пророчеств Достоевского. Всего в экспозицию включено 40 работ.